Всем привет! Сегодня мы в городе Ладейное поле прогуляемся по парку. Вчера были в Питере на фестивале света, сегодня уже в Ладейном поле. Красиво тут, еле. Стреляют. Сибирская победа, видимо, да, как будто музей. Краеведческий музей это. Птицы лесные тут пшено едят. Подкармливает. О, сцена тут такая красивая. Скамеечки, концерты тут, наверное, проходят. А еще там ниже по течению гидроэлектростанция есть большая. Даже не знал, что здесь она есть вообще. Первый раз увидел. Ну и, как всегда, ну, достопримечательность бутылочки. Наших культурно пьющих граждан. Ну не будем о грустном. Можно к реке еще сходить. Скворечники на деревьях везде. Вот у нас река Свирь. О, песочек здесь у них. Классно. Пойдем к памятнику подойдем.
хоть видеоряд разбавим нашими лицами. Я не хочу махать. Ну не махай просто. Я уже помахала. Я вот люблю такие аллеи, вообще так нравится. Красиво. Почти как в Павловске, да? Ну так, белок. Тут, может, и белки где-нибудь есть, да? Есть только точка. Может, более пожилые. Все, спасибо за просмотр. Это был парк в Ладейном поле. Мы так бегло пробежались по нему. Все, всем пока.